Национальный театр Тувы имени Виктора Кокула представляет новую постановку «Спектакль Альба». Это история о семейных взаимоотношениях, всепоглощающей любви и тайнах. Сюжет начинается с того момента, когда внезапно глава большого семейства умирает. Вдова умершего желает продолжить держать всех членов семьи под тотальным контролем, прибегая даже к крайним мерам. Но и дочерям хочется свободы, любви и приключений. Классическая история о жизни женщин в испанских селениях адаптирована молодым режиссером Сюзанной Оржак. Роль главной героини в двух составах исполняют заслуженные артистки республики Луиза Мартайол и Саяна Сад.